Участок шахты «Северная» в Воркуте, где погибли 36 человек, затопит. Так решил технический совет по ликвидации последствий аварии. Еще была идея закачать инертный газ, но от нее отказались, потому что опять надо было спускать людей под землю. А там продолжаются пожар и мощные взрывы метана. Первые два произошли еще 25 февраля, третий в ночь на 28-е. Уже когда на Северной горноспасатели пытались пробиться через завалы к тем, кого считали пропавшим без вести. С того дня шахта опечатана. По информации ТАСС, спустя некоторое время после затопления воду планируют откачать, чтобы достать тела погибших. Вопрос о восстановлении будет решаться потом.